Последний вопрос в повестке дня оказался первым, которому депутаты проявили неподдельный интерес. Долгосрочная целевая программа обеспечения жильем молодых семей на 2009-2010 годы поразила цифрами. За прошлый год из полусотни нуждавшихся семей только одна получила реальную помощь, остальные так и остались в очереди за социальным счастьем, к которому стремятся авторы программы. Основной целью городской долгосрочной целевой программы обеспечения жильем молодых семей на 2009-2010 годы является предоставление государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы, в том числе для улучшения качества жизни и демографической ситуации в городе Череповце. Расхождение официальных заявлений с реальными цифрами в Череповце вызвали у народных избранников глубокое удивление. Первым слово взял депутат Павел Челноков. О чем можно говорить, когда тысячи нуждающихся и только одной семьи в этом свете? Такое, что администрирование народной программы дороже будет. Почему нет денег, почему не требовали помощи? Град полувопросов, полуупреков посыпался в адрес чиновников. Сомнения в компетентности муниципальных властей развеял заместитель мэра, курирующий данную программу. По его словам, денег просто не выделили. Если делать обращение, то, что программа сформирована, надо делать обращение в адрес или субъекта, или в адрес правительства Российской Федерации, никак не мэрии. По информации местных властей, причина лежит на поверхности. Городская казна в одиночку поддержать молодые семьи не сможет. Финансовое бремя делят бюджеты местного, регионального и федерального уровня. С 2006 года сертификат получили 74 семьи. Первый год оказался самым плодотворным. Больше половины сертификатов, дальше меньше. Сейчас в очереди больше 1000 человек. Между тем, программа рассчитана до конца 2010 года. Однако специалисты советуют не опускать руки. Программу могут продлить. Да и минувший год был кризисным. Вспомнили сегодня 2009 и во время отчета по молодежной политике. Год молодежи был насыщенным, но глубоких проблем не затронул. Проблемы связаны с организацией стажировок сейчас, да, трудоустройство молодых специалистов, чтобы участвовать в мониторинге занятости именно среди молодых специалистов, выпускников как начальных профессиональных, так и средних, так и высших образований, чтобы занималась, так сказать, реальными процессами. Да. Представленную сегодня информацию депутаты решили к сведению принять, но и обращение вышестоящей инстанции по поводу программы для молодых семей тоже написать. Помощь должна быть реальной.